косметологов, а никаких диет, ничего такого, но я посещаю тренажерный зал, и я туда хожу уже очень долго, и она мне помогает поддерживать физическую форму в хорошем состоянии. Это возможность показать всему миру, что можно продолжать жить, что можно гулять, что можно заводить друзей, что можно выходить замуж, иметь детей. И преграда, коляска, этому не является. Потому что коляска – это помощь. А как может быть то, что тебе помогает, быть твоим каким-то ограничением?